Сотрудники завода «Звезда» приняли участие в едином Дне донора. К акции присоединились как ветераны донорства, так и представители молодежи, которые впервые решились на это благородное дело. В медпункт завода «Звезда» пришли мужчины и женщины, молодежь и пожилые люди. Кто-то сдает кровь первый раз, а кто-то в 30-й. Но всех объединяет одна цель – помочь людям, которые попали в беду. У нас есть постоянные доноры, в частности, молодежи много приходят. Но как востребованы? Есть желание, главное, чтобы помочь людям сдать свою кровь, и молодежь в этом активно принимает участие. Прежде чем приступить к сдаче крови, донор заполняет анкету, проходит медицинский осмотр. Ему измеряют давление, проверяют гемоглобин. Если все в порядке, допускают непосредственно в процедурный кабинет. Сергей Каменщиков сдавал кровь более 30 раз. Для него это уже ежегодная традиция. Это и полезно и для меня, ну и для больных. Как себя чувствуете? Нормально. Были в этот день и те, кто решил сдать кровь впервые. Для них эта процедура еще непривычная и поэтому немного волнительная. Почему вы решили сдать кровь сегодня? Просто мне это интересно, захотелось помочь людям. Всего в день донора на «Звезде» кровь сдали 43 человека. Сотрудникам после процедуры выдавали пирожные и сок, а также предоставили полагающиеся для восстановления 2 дня отгула. Кристина Манасарян, Никита Скороган, телеканал ЛРТ.